Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. И второе мое видео по поводу этого кардиганчика. Это сам кардиган, вот он. Я еще раз показываю его, как в прошлом видео. Этот косой карман, лацканы, отложной воротничок. Я его попыталась повторить. Немного неудачно выбрала выкройку, но сам принцип, сам принцип вязания этого кардигана, я думаю, я поймала. Поэтому выберите ниточки, которые вот такие, как я вязала кармашек, и у вас вот такое пальтишко, такой кардиганчик будет вообще бесподобный. Так, ну что, девчонки, начнем. Вот мои детальки, шнур, как обычно, висит от лампы. Ну, пусть висит, будем разбираться без шнура. Значит, давайте начнем. Я их все в кучу собрала. Давайте начнем с самого простого. Проще всего вяжется. Это спинка. Спинка — это прямоугольничек. Как я вот нарисовала себе уже заготовочки, рисуночки. Поэтому спинка, девчонки, начинаем. Спинка — простой прямоугольник. Набрала петли 130 петель и вязала своим узорчиком. Вот узорчик английская резинка, только одна петля английской резинки, с изнаночной стороны 2 лицевые петли. То есть так, своеобразная резиночка, девчоночки. Ровно-ровно провязала 280 рядов, 85 сантиметров, и закрыла все петли. Вот, все дела. Вот это моя спинка, вот такой вот прямоугольничек. Думаю, все ясно и понятно. Далее по сложности. Далее по сложности у нас идет рукавчик. Рукавчик. Вот мой рукав. Узор везде одинаковый. Набрала 55 петель, если видно, это 25 сантиметров. Провязала 180 рядов. Вот стрелку я дорисовала неправильно, девчонки. Вот до сюда 180 рядов. При этом в каждом 10 ряду я добавляла по одной петле 17 раз. То есть в итоге у меня получилось 90 петель, а на ширину это 45 сантиметров. Еще раз говорю, не знаю, сказала, не сказала, девчонки, неудачно выбрала нитки. Поэтому про нитки не буду даже рассказывать, потому что они, вот смотрите, кишка кишкой. Я вообще не знаю, что получится, и вообще не знаю, сделать будет ли вот это видео. Но мне очень жалко той проделанной работы, которую я сделала. Поэтому, скорее всего, видео я, девчонки, выложу, потому что сама модель очень интересная, неудачно выбраны нитки. Тут надо такие ниточки, которые будут держать форму. Поэтому вы уж мне простите внешний вид, как бы, деталек. Вот видите, оно такое, куда потянешь, туда и тянется, куда как положишь, так и лежит. Ну, в общем, такое. Мне понравился цвет. В итоге недовольна я, но переделывать не буду, уже его сошью, посмотрю, что в итоге получится. А там уже решу, может, сезон поношу, да распущу, что-то другого свяжу. Значит, 90 петель и по 3 петли. Этот акатик, как мы уже знаем, как вы видели в моих видео, незаконченными рядами я сделала этот акат, чтобы не было вот закрыто здесь по 3 петли. Вот такое вот, такие вот пироги. Девчонки, если будете вязать, выберите поплотнее ниточки, и получится очень супер. Увидите, кстати, на где я карман сниму. Так. Там я образец кармана вязала другими нитками. Совсем по-другому смотрится. Поэтому рассказываю вперед. Значит, сам карман. Вот видите, он у меня. И тут не видно, кстати, вот этого перехода, как бы, вот этого уголка косого. Поэтому я карман, кто соберется все-таки вязать, рискнет, или сам карман, у меня будет отдельное видео, девчоночки. Поэтому я рассказываю, сколько петель набрала, как вязала я это. Вот видите, какие нитки. Вот, ну не держит оно форму, ну вот мне и плакать у него хочется. Ну ничего, сошью, посмотрим. Вот, сам карман уже снят в отдельном видео на плотных нитках. Вот посмотрите, там оно совсем по-другому смотрится. Очень круто смотрится. Поэтому вот так вот.
Значит, набирала я 80 петель на полочку, это 30 сантиметров, провязала 256 рядов, закрыла 20 петель и потом 12 раз по одной петелечке в каждом втором ряду. Ну и последние 48 петель просто закрыла. Вот в принципе и все, тут только вот этот кармашек. Сейчас нам воротничок. Вот он мой воротничок, набрала я 110 петель резиночкой, вот если видно, 1 на 1 провязала 30 рядов. И потом еще 10 рядов двойной резинкой. Вот хочу этот воротничок пришить, знаете, как кетлевочным этим швом, чтобы он был как бы красивый и с одной, и с другой стороны. Вот что у меня видео есть на интернете, не у меня, у других. Если вдруг кому понадобится, я могу снять. Потому что если я буду снимать на этих нитках, то опять же ничего видно не будет. Это надо ниточки поплотнее. Вот они мои 10 рядов двойной резиночкой здесь. 30 рядов резинкой 1 на 1. В общем, я иду собирать это все дело и посмотрим, что у меня получится. Вот, девчонки, смотрим, что у меня получилось. Нитки, как я говорила, уже фигня. Они не фигня. Извините за выражение, они классные, вот на лето они такие нежные, такие падающие. Но сам кардиган, я вам скажу, не отчаивайтесь, я его повторила. Вот правда, вот этот косой карман, вот он у меня. И тот, который из интернета, я в принципе результатом довольна. Потому что, как бы, саму идею я повторила. Неудачно, не то чтобы неудачно, а неудачно выбраны для той цели нитки, для которой я этот кардиган хотела. Я хотела такой на прохладные летние денечки, такой легенький, такой это, кардиганчик. Поэтому для себя я решила, что все нормально. Все у меня, своей цели я достигла. И второй цели я тоже достигла, то есть я его повторила с интернета. Другой вопрос, что не очень видно. Сейчас я вам приближу кармашек. И этот скос, этот уголочек, вот он. Думаю, что можно вязать. Вот выберите ниточки, которые, из которых я вязала кармашек во втором видео, как, где я показывала, как вязать карман. И будет отлично, будет теплое, прям такое пальтишко. Так что вот так вот, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.